Слова назидания «абай» теперь доступны на еще одном языке – узбекском. Презентация сборника казахского классика прошла в Ташкенте в честь 175-летия великого абая и мыслителя. Теперь при поддержке посольства Казахстана в Узбекистане и Международной тюркской академии узбекские читатели смогут ознакомиться с главным образцом казахской прозы. Автор перевода Козакбай Юлдошев рассказывает, что трудился над интерпретацией слов назидания полгода. Почти 80 лет назад узбекский поэт Насыл Фазылов перевел слова назидания абая на узбекский язык. В его переводе часто встречались арабские и персидские слова. Но сегодняшний перевод Козакбая Юлдошева выполнен в новом формате с сочетанием казахских и узбекских слов. Мысли абая на протяжении уже нескольких поколений впечатляют читателей. Каждое слово будто бы проходит сквозь вас. Будь мы казахи, узбеки или русские, всем нужно знать, что завещал нам великий поэт. Поэтому мы перевели слова назидания на узбекский. Было сложно полностью передать философские мысли абая на узбекском, но мы постарались составить наиболее точный и понятный перевод.